Получить справку разрешения на строительство или зарегистрировать участок. Целый спектр государственных и муниципальных услуг населению предлагают многофункциональные центры «Мои документы». МФЦ работают в режиме одного окна. Таким образом, любой желающий может оформить или получить необходимые документы максимально удобно и с минимальной затратой времени. Помимо головного офиса в Щелкове сегодня действует и ряд удаленных окон в поселениях района. Самое главное – это обеспечение шаговой доступности людей. Вот. Для того, чтобы они, проходя мимо, заходя в магазины, могли зайти сюда. У нас сейчас 10 окон в поселениях, но к 1 апреля их станет 14. Проверить, как организована работа в отдаленных окнах, решил руководитель администрации района. Совсем недавно такое окно появилось в городском поселении Загорянский по адресу улица Дмитрова, 47. Прежде за услугами местным жителям приходилось ездить в Щелково. Пока будет работать понедельник и пятница. Дальше, по мере того, как количество услуг будет возрастать, уже по потребности мы сделаем дополнительные рабочие дни, если это потребуется. Большим спросом пользуется удаленное окно в городском поселении Свердловский по адресу улица Рабочая, дом 8. Оно начало свою работу еще 5 августа. И если раньше прием населения проходил дважды в неделю, то сегодня и 3 дней недостаточно. В основном это материнские и региональные сертификаты, постановка детей в садик, регистрация права, кадастровый учет, соцзащиты тоже идут, соцкарты пенсионера. Статистику не ведете примерно вот за один день приема, сколько людей обращаются? 30 точно обращаются. Получить необходимые документы рядом с домом могут и жители поселка Биокомбината в доме номер 6. Местное удаленное отделение также предоставляет все услуги, что и головной офис. А все-таки сколько к вам примерно людей приходит? Ну, как вам сказать, у нас от 20 до 30 заявителей, в основном это в общей массе это консультационные обращения. После консультации уже заявители приходят с определенным пакетом документов, чтобы подать их. Проверка показала, уровень подготовки операционистов на местах оказался разным. Кроме того, кое-где возникли сложности с решением административных вопросов. Где-то работают очень уверенно и профессионально удаленные окна. Где-то, к сожалению, так как есть, то, что мы увидели. А в некоторых увидели то, что до сих пор эта работа не организована. Но у нас пока еще есть время. Я уверен, что мы эту работу выровняем, и удаленные окна заработают все. Дарья Снегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».